будущая дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец она родила своего сына, первенца. И он нарек ему имя Иисус. Со святым Рождеством тебя, планета! Ребята, проснитесь! Рождество наступило! Хорошего пить, самому не спится, так руки дай поспать. Эй, Бессоня, так вы чудо проспите! Эй, ты чудо, ты на часы смотрел? Ребят, ну чего вы? Макс, ну чудо же! Ромка, не нарывайся, ладно? И поспать успею. И чудо посмотреть. Эй ты, ранняя пташка, пока ты тут шлялся, Ольга Васильевна конфеты раздает. А где? Как где? У себя в кабинете, не на улице же. Смотри, не убейся. Ага. Господи, Рома, напугал меня. Куда спешишь? За конфетами. А где ты был? Все конфеты ребятам раздала, но и о тебе не забыла. Подожди секундочку. С Рождеством тебя, солнышко. И вас с Рождеством, Ольга Васильевна. Ой, спасибо большое. Дай я тебя обниму, солнышко мое. Чего тебе? Иди сюда. Мак, тебе нужно отлучиться на часок. Прикроешь? А что это я тебя должен прикрывать? Ну, пожалуйста. А куда это ты намылился? Мне нужно. Ладно, считай, что это мой подарок тебе на Рождество. Спасибо, Макс. Рома, ты один? А воспитатели знают, что ты здесь? Нет, то есть да. Нет, не знает. Но я на минуточку. Я не мог в столь святой праздник не прийти сюда. С Рождеством, батюшка! И тебя с Рождеством, милый мой. Но ты понимаешь, что твои воспитатели будут сильно волноваться, когда спохватятся, а тебя нет? Но я на минуточку. Хорошо. Я предупрежу Тамару Александровну, что ты в храме.
сейчас. Давайте я вам помогу донести. Давай. Я вот здесь как раз и живу. Пойдем. Привет. А это кто у нас? Здравствуйте. Проходи, гостем будешь. Стоит. Директриса собиралась в полицию звонить. Санек, хорош заливать. Не собиралась она туда звонить. Пока не собиралась. О, это нам? Угощайтесь. О, спасибо. Класс. Ага, спасибо. Шуруй быстрее к директрисе, пока та ОМОН не вызвала. Ну-ка, дай-ка мне апельсинчик. Да-да, войдите. Можно? Ромка, ну кто так делает, а? Где ты был все это время? В храме. В храме ты был 2 часа назад. Меня святой отец предупреждал, что ты там. А как подхватился, тебя уже нету. Я спрашиваю, где ты был? Женщине помогал. Потом погулял немного. Женщине он помогал. Ну, это правда. Я помогал. Хорошо. Я горжусь тобой. Тем более, что ты сделал благое дело в такой день. Но ты о нас-то подумал? Я больше так не буду. Хорошо. Я тебе верю. Так, завтра у нас у всех ответственный день. А что произойдет? Иди, завтра все узнаешь. С Рождеством вас, Тамара Александровна! И тебе, Ромочка, с Рождеством. Конь D5. Слон E4. Шах и мат. Ха-ха! Эх ты, неудачник! Подставляй лоб! Эй, хорош, давай с тобой сыграем. А давай. Проходите, проходите. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. У нас все дети хорошие. Настоящие помощники. А мы в этом ни капли не сомневаемся.